«Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым» – так называется выставка, которая открылась сегодня в Национальном музее Тувы в день столетнего юбилея в ЛКСМ. На выставке представлены уникальные фотографии, где отражены хронологические события. Это такие фотоматериалы, как участники комсомольской конференции в Туве, 1924 год, «Ревсомольцы. Город Кызыл», 1926 год, первый областной фестиваль молодежи, 1957. Кроме того, демонстрируются документально-письменные источники, комсомольские путевки, комсомольские билеты, газеты «Молодежь Тувы», «Тываныган» и «Яктары», а также комсомольская атрибутика, вымпела и множество значков. Напомним, 100 лет назад, а именно 29 октября 1918 года, на первом Всероссийском съезде Союзов рабочей и крестьянской молодежи было принято решение о создании Российского коммунистического союза молодежи. Позднее эта организация дважды переименовывалась. В 1924 году ей было присвоено имя Ленина, а через два года в названии появилось слово «Всесоюзный». В итоге организация стала называться «Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи» или ВЛКСМ. В честь векового юбилея 30 октября в 18 часов в Доме народного творчества состоится праздничное мероприятие.